Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео-дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Интернет-издание о науке и технике techkult.ru опубликовало статью, в которой автор сравнил Skyway с классическими транспортными средствами. Анатолий Юницкий и руководитель австрийской компании Welser Profil Томас Welser обменялись монографиями. В российском издательстве «Аргументы и факты» вышла статья о противостоянии Анатолия Юницкого с белорусскими СМИ. Японский медиапортал Эмира опубликовал статью, посвященную струнному транспорту, в которой разобрал технические, экономические и экологические преимущества транспортной системы Skyway. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Интернет-издание о науке и технике techkult.ru опубликовало статью, в которой автор сравнивает Skyway с классическими видами транспорта. Среди недостатков современного транспорта – низкая эффективность, вредное воздействие на окружающую среду, высокая аварийность. При проектировании транспорта Skyway инженеры компании учли все эти минусы и создали новую систему, которая, по словам автора статьи, может навсегда изменить представление о транспорте. Это уже вторая статья о струнном транспорте, опубликованная за последний месяц на страницах ресурса. Ранее корреспондент посетил территорию экотехнопарка во время проведения КФС 2019. Ссылку на полную версию статьи вы можете найти на нашем сайте в разделе «Новости». Руководитель австрийской компании Welser Profil, которая производит металлопрофиль для струнных трасс, поблагодарил Анатолия Юницкого за подаренный ранее экземпляр монографии «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе». В сопроводительном письме Томас Welser выразил благодарность за книгу и поделился в ответ памятным изданием исторической хроники, приуроченной к 350-летию со дня основания Welser Profil. Вот что написал предприниматель. Дорогой мистер Юницкий, история делается людьми с видением будущего. Благодарю за вашу книгу, где есть это четкое видение, которое окажет сильное влияние на историю преобразования цивилизации. Welser Profil – семейное предприятие, которое было основано в 1664 году в австрийском городе Ибзиц. Компания является ведущим производителем сталепроката в Европе и одним из основных поставщиков металлопрофиля для путевой структуры Skyway. Российское издательство «Аргументы и факты», которое входит в топ-10 крупнейших печатных СМИ по стране, опубликовало статью о противостоянии создателя струнного транспорта с белорусскими СМИ. Информационное противостояние, которое длится более 3 лет между проектом Skyway и отдельными представителями белорусских СМИ, достаточно парадоксально. Компанию, которую привлекает в Республику Беларусь миллионы долларов иностранных инвестиций и создает рабочие места, пытаются очернить местные СМИ, активно подрывая ее репутацию в медиапространстве. Журналисты «Аргументы и факты» поговорили с изобретателем струнного транспорта Анатолием Юницким и разобрались в причинах конфликта. Ссылку на материал вы можете найти в разделе «Новости» на нашем сайте. Новая статья с разбором технических преимуществ струнного транспорта вышла на японском медиапортале «Эмира». В этом году скоростной железной дороге, соединяющей 3 крупнейшие префектуры Японии, исполнилось 55 лет, и ее пропускная способность уже не в состоянии удовлетворить потребности растущей экономики страны. В поисках решений японские СМИ обратили внимание на Skyway. Вот что написали журналисты издания о струнном транспорте. В настоящее время компания развивает 3 направления проектирования транспорта – городской, скоростной, пассажирский и грузовой. Наиболее практичной из них является городская категория юникаров и юнибусов, которые передвигаются по натянутым над землей рельсам. Ссылку на полную версию статьи вы найдете в разделе «Новости» на нашем сайте.
Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.